Эй, всем привет, народ! Сейчас покажу, насколько эгоистичны дикторы в наше время. У нас есть выборка. Знаешь, у нас тут будет история в Кубе. И вот, значит, диктор спрашивает, какую ты историю ты хочешь? Интересную или истинную? Вот, ну, нам дается как бы такой выбор, да? Короче, в чем вся прелесть? Раз, кнопка. Вот она. Два, кнопка. Первая кнопка идет к методу. И вторая кнопка идет к методу. Они обе идут к одному и тому же методу. То есть посрать вообще, что ты нажмешь. Или то, или то. Ответ будет один и тот же. Доказательство. Зачем? Не знаю. Вот этот метод. К чему он приводит? Он приводит к вот этой переменной. Тут она устанавливается в единичку, да, в true. Она нужна где? Она нужна. Блин, сейчас всю историю вам спалю. Нужна. Где она? Вот она. Вот она. Типа вот идет история. Вот она. Потом идет тебя ждут, когда ты нажмешь на эту сраную кнопку. Потом тебе говорят, пошел нахер нам без разницы и слушай, что есть. Ну вот, собственно, все.